Добрый день. С вами сегодня Виктор Коробкин. Рында-рыба мой талисман. Друзья, сегодня я хочу продолжить свой фильм по поводу блесен и показать еще одну интересную блесенку. Ну, это, будем говорить, моя творческая работа, мое ноу-хау, как говорится, своего рода в свое время. Значит, буду делать блесну под малька. А ее можно, как говорится, ну, она такая универсальная и на реках, и на лиманах, и на море. И давайте я начну делать, покажу, и потом сами оцените, куда вам, где ее можно применять, такую рыбку, и, то есть блесенку, и как можно на нее деловить. Ну вот опять возвращаясь своим ложкам-вилкам, пока материал еще этот использую, показываю, вот, то, что хочу показать, поэтому еще... Металл хороший, поэтому неважно, с какого будете делать. Но я привык уже к вилкам. Тут Мельхиор. Вот есть такой рисуночек на вилочке. Я уже показывал предыдущие блюсны. Вот такой овальный на этой вилке. Вот. Ну, я его когда вырежу, вот эту заготовочку, матрицу такую своего рода, и с ней начну делать блесну. Ну, а когда вырежу, уже покажу, что буду делать дальше. Приступаю к работе. Вот так мы отсюда вырезали блесну, теперь я ее обработал, видите, ребята, то есть шкуркой прошел наждачком, то есть форму приобрела матрица, такая у меня с матрицы заготовочка, а вот давайте ее взвесим и дам размеры, какая она была. Весит она 7,64. 7 грамм 64 миллиграмма. Так, с весом мы разобрались. Теперь давайте посмотрим, какая у нее ширина, какая длина. После того, как я ее уже так, длина у нас 4 сантиметра. Ширина. Ширина у нас 1 сантиметр. Толщина. Толщина у нас 3 миллиметра. Итак, друзья, что я буду делать с этой заготовкой, какую блесну я сегодня буду делать? Ну, понятное дело, что блесна будет новая, не такая, как показывал я в предыдущих фильмах, и, наверное, вряд ли кто-то из вас раньше, может быть, такую и видел. Потому что такую блесну я показываю впервые. И на водоемах такие блесны я не видел, потому что это мое творчество, сразу хочу сказать. То есть размеры, материал, форма и какая она будет дальше, это все мое творчество. Поэтому сразу хочу это сказать, чтобы не думали, что я там где-то у кого-то что-то переснял или что-то где-то увидел и потом ее скопировал. Значит, я беру штангенцепль, ставлю на сантиметр, ну вот, сантиметр поставил, и отмеряю с краю, то есть делаю здесь такую царапину себе на блесне. Вот сантиметр отмерил, и с этой стороны. То есть я себя отвел. Теперь моя дальше работа будет заключаться вот по эту царапину. Я должен убрать отсюда. У нас получается толщина блесны 3 мм. Я буду ставить медные вставочки сюда. То есть делать голову с рыбки, с меди. Поэтому я буду прикладывать медь сюда и припаивать с этой стороны и с этой стороны. Для этого мне медь, толщина меди, если не ошибаюсь, 0,7 вроде, сейчас я посмотрю. Да, 0,7, то есть меньше миллиметра толщина меди. Если я кусочек 0,7 с одной стороны поставлю сюда, и вторую со второй стороны 0,7, мне надо выбрать в общей сложности 1,5 миллиметра, чуть больше, потому что еще мы будем припаивать. Для этого я буду работать уже здесь с напильником, то есть снимать вот так вот эту часть.
сантиметр длины, чтобы она была ровненько. И также само буду снимать сантиметр длины здесь, чтобы было ровненько от этой линии. После чего я, когда сниму, я уже просверлю, ну и покажу, как буду вырезать и как буду паять, что дальше буду делать. Потому что это еще не все, просто хочу все это делать поэтапно. Пока приступаю к работе. Ну вот получилась у меня заготовочка уже готовая. То есть я непосредственно сделал здесь пропил и снял здесь. И так же само с этой стороны. Снял здесь и сделал пропил. Для чего я это сделал? Сюда я положу медные проволочки. Будет вот так. А это будет голова. Ну, друзья, как припаяю уже, покажу уже все, почищу, сниму все. Ну, в принципе, поэтапно все показываю так, как делаю, поэтому ничего вроде не упустил, просверлил отверстие. Да, ничего не с блесной больше не делал. То есть подготовил эти заготовочки, вырезал с меди, медная проволочка. Ну, вроде так все, а остальное уже покажу, когда закончу уже. Закончил я работу, ребята. Вот моя блесна. То, что я показывал, то есть красная голова с меди, линия посередине рыбки, то есть ну, вот такая вот блесенка, которая у меня получилась. Блесенка универсальная своего рода. Название я ей дал ладушка, нежное такое, потому что она работает и на море, и на речке. У меня оторвалась последняя была блесна, года два, наверное, уже не делал такую блесну. Тяжело ее делать, сложно. Вот, скажу честно. Ну вот я ее сделал, блесна уловистая, хорошая. То есть на всех водоемах можно ловить и практически и зимой, и летом. То есть подледный лов хорошо ловит, она и собирает рыбу. Я вот даже поставил сюда поводочек. Есть вот такой у меня нейлон японский, потому что у меня обрывало эту блесну. Просто какое-то наводнение, не знаю, или щука ее любит, что она так хватает. Ее ловишь окуня, оцепляет такая рыба, что потом обрывала леску. Я поэтому уже ставлю здесь уже такой вот нейлон, как здесь нарисован у меня, вот здесь японский вот такой вот, на эту блесну, чтобы уже хищница, щука не обрывала мне блесны эти. Потому что, ну, сложно делать ее, тяжело, и поэтому не так быстро ее можно сделать, чтобы потом раз-два поменял ее. А блесну вы сами знаете, надо, конечно, иметь настроение, чтобы и желание, и время, чтобы было, чтобы хорошую блесну сделать. Поэтому, как говорится, получилась вот такая блесна у меня, но обязательно я ставлю поводок. Потому что хищники ее любят, эту блесну, скажу честно. И окунь, и щука, и судак, и можно использовать ее на море при ловле того же сарганчика, при ловле той же ставриды, как пилькера своего рода, потому что она уже проверена тоже на море, его берет, она собирает, и на нее рыбка отзывается, и морская, и речная. Вот, поэтому вот такая вот получилась блесенка своего рода эксклюзив. Название ее «Ладушка». На этом моя работа закончена, ребята, по блесне. Хочу рассказать сегодня еще, показать вам, какими нитками я пользовался, вот когда сделал тройничок, то есть вот этот вот муху сделал. И, соответственно, вот здесь светонакопительный флуоресцентный, а это светонакопительный такой вот, трубочка такая стоит. А ниточки все стоят разные. Ниточки стоят у меня как флуоресцентные, так и светонакопительные. Вот сейчас я возьму фонарик, ультрафиолет он отражает такой. Я его включу, и мы увидим, как отражает свет наша приманка на тройничке. Ну вот видите, как он светит, отражает. Если фонарик уберу, то светонакопительная трубочка все равно дает свой свет. А также эти ниточки, которые светонакопительные, они тоже светятся. Плюс еще, если попадает солнышко, то будет, соответственно, отражение флуоресцента, это и красного, и всех остальных цветов. И получается, как бы, двойная защита на тройнике. Вот. И таким образом рыбка обязательно будет провоцироваться на поклевку.
Сама блесна выглядит темно, но при том, при всем, когда ловишь ее днем, то отличие между медью и белым рыбу все равно отличает, потому что это уже не раз было замечено. Что теперь хочу показать форму саму блесны, как она сделана, и дать размеры этой блесны. Сама блесна с двух сторон имеет линию через блесну, и красная медь отражает голову рыбы. Так же самое с этой стороны. Медь – голова, и линия посредине рыбы отражает, делит рыбку такую. То есть она и с той стороны одинакова. Медь, посередине проволочка медная, ту, которую я показывал, сверху лепесток, который определяет голову. Форма блесны, я, значит, хочу показать спинку. Ну, вот так вот будет, наверное, спинка видна. Вот так будет видно животик блесны. Здесь на нет, как вот нож затачиваешь, так вот, как настоящая рыбка получается. На хвостик я снял на нет, немножко убрал с хвоста, а голова здесь у меня потолще, утолщение идет, потому что спаивал металлы, то есть медь с мельхиором, и, соответственно, здесь толще. Блесна получается где-то 50 на 50, почти по весу, если так брать, половина с тройником идет, а половина с головой. Интересная игра. Но в бутыле я не покажу, потому что она так не сыграет в бутыле, как она должна сыграть. Хорошая идет при проводке, то есть даже когда забрасываешь блесну, если ловить ее на лайфовским прутиком, на речке тоже хорошо, на море, вот такого плана. Сколько блесна весит, сейчас скажу. Блесна весит 6,5 грамм. Вот такая блесна весит 6,5 грамм вместе с тройничком. Теперь какая ее длина? Длина ее 4 сантиметра. Уже я замерял. Ширина только вот не скажу. Сейчас замерю и скажу. Ширина 1 сантиметр получается у меня. Ширина. Толщина блесны, буду пробовать здесь где-то возле головы, потому что здесь самое толстое место. 4 миллиметра. То есть размеры блесны я сказал, вес сказал, длину сказал, ширину сказал, толщину сказал. То есть вот такая вот хорошая блесенка. Хотите, назовите ее пилькер, хотите, назовите блесна. В общем, она такого универсального характера, блесна-ладушка. Которая будет ловить мне рыбку и приносить мне радость на рыбалке. Я рекомендую, кто хочет, сделайте такую блесну. Как делать, я показал. Размеры все объяснил. То есть тоже последовательность, как я делал саму блесну, я показывал. И попробуйте, убедитесь сами, что блесна хорошая, ловистая. Как говорится, творчество Виктора Коробкина, я делюсь с вами, я этим, кто захочет, делайте, пожалуйста, ловите рыбу, рыболовное братство. Сегодня хочу рассказать рыбацкую байку. Молодежь меня просила, по поводу блесен. По поводу блесен, байка будет называться так. Рыбак-колдун или обряды по изготовлению блесен. Что раньше, скажу так, в 70-80-х годах я был познакомился с одним рыбаком, который мне рассказал, что один дедушка делает блесны. И эти блесны, в общем, необыкновенные. В общем, в том плане, что они простые, но ловят рыбу постоянно. Кому он не сделает блесну, у тех ловится рыба. А если такую форму и такой вес сделаешь сам, рыбалки как таковой не бывает. То есть, блесны одинаковые, а рыбу не ловят. И ходили разного рода легенды, сказки по этому вопросу. И был случай, когда мне пришлось познакомиться с этим дедушкой, потому что с ним знакома была бабушка, как говорится, моя.
Они по молодости там дружили, в общем, гуляли. И таким образом я познакомился с ним. И вот он мне показал и рассказал, как он делал блесны. Я попросил его, он говорит: ничего особенного, перед тем, как ты делаешь блесну, я, говорит, 3 дня ничего не ем. На голодный желудок делаю блесну. Блесну разогреваю, с блесной общаюсь. Говорит, пою ей песни, сначала положу кружку с водой, чтобы она лежала в воде. И пою ей песни, говорит, читаю молитвы. Как последовательно все это было, я не знаю, я не видел. Но во всяком случае знаю, что после того, как у дедушки через 3 дня выходила блесна, когда спрашивали, ну а где дед? А дед делает блесны. Что опять не выходит? Опять не выходит. Он заходил в свой сарай, 3 дня он там находился, у него была там кровать, ведро с водой, и он там жил. И делал себе, мастерил там, что он там делал, никто не знал. Все говорили, колдовал. На самом деле он делал там пару блесен. Но эти блесны были удачные, улобистые. Люди ловили, всегда вспоминали о нем. И даже заказывали, приезжали из города у него блесны. Как это все на самом деле, никто не знает. Но такая байка есть, такой колдун был. И такие обряды он проводил. Значит, что-то есть. Раз ты разогреваешь блесну, раз ты делаешь какой-то обряд, что-то, какую-то музыку, что-то, чего-то, вдохновение какое-то. И общаешься с Богом, при этом находится блесна. Может быть, оно и срабатывает. Хотите верьте, хотите нет, но байка есть байка. То, что знал, то и рассказал. До следующих встреч. С вами был сегодня Виктор Ковробкин. Кому нравится, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем хорошего, ребята.